Здравствуйте! Сегодня я приготовлю сосидж-роллы, пирожки из слоеного теста с мясным фаршем. Для фарша смешаем 450 грамм смеленного мяса, можно брать любое, чайную ложку соли, мелко нарезанную луковицу, 25 грамм молотых сухарей из пшеничной булки, пол чайной ложки сушеного тимьяна, чайную ложку горчицы, молотый черный перец по вкусу. Разделю фарш на 4 одинаковые части. Половину порции рубленого теста, ссылка на рецепт на экране и в описании. Раскатаю в прямоугольник толщиной 3-4 мм. Разрежу тесто вдоль на 2 одинаковых куска. На длинный край полоски выложу одну часть фарша в виде валика. Скатаю в рулет. Положу швом вниз на доску и разрежу на 4 части. Из второй порции теста сделаю еще 8 пирожков. Сверху смажу взбитым яйцом и посыплю кунжутом. В разогретую до 210 градусов духовку ставлю противень на средний уровень и выпекаю 25-30 минут. Такие пирожки можно подать как закуску или взять с собой на работу или в дорогу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».